Мы тут с Олей сейчас сажаем деревья. Это ива плакучая. Мы показывали в наших предыдущих видео. Тут недалеко у нас растет ива, большое дерево. И люди там состригли. Мы взяли вот эти веточки, нарезали, затолкали вот так вот в воду. И эти ветки дали вот корни. Теперь мы высаживаем вот в такие вот горшки. Посмотрите, какие корни. Просто взяли вот ветки, которые они пообрезали. Мы их тоже нарубили на части. Длинные у ивы вот эти ветки. И вот сейчас в горшочки сажаем. И на улице, ребята, у нас, видите, зима. Вот сейчас мы это все дело вырастим. А весной будем вокруг все засаживать ивами. Хочу вам показать наши будущие деревья. Посадили здесь иву. И посмотрите, начали уже цвести. И тут вот даже вот пыльца уже есть. На улице зима. Смотрите, как веточки растут. При том, что не было вообще тут ничего. Уже видите, почки, цветение происходит. Вот просто дайте тепла, и все. И все будет расти. Растениям без разницы. Главное, будет тепло. Все. Какой там сезон. Зима, лето, весна, им пофиг. Вот здесь мы еще садили. Это какое количество деревьев. Каждая из этой веточки — это будущее большое дерево. Плакучая ива. Тут на весь район только одно такое дерево есть. Больше нету. Никто не сажает такое красивое дерево. Дерево, все ходят, восхищаются. Постоянно говорят: о, красота, классно. Так возьмите да посадите. Вот я возле дома посадил несколько еще других сортов. А это они сделали стрижку, вот эти веточки выкинули, мы их взяли, собрали веточки, вот, посадили, они все начинают расти. А это у нас кустарник, это кустовая ива, тоже все веточки начали расти. Так что мы этой весной будем по всему нашему району сажать. Вот еще деревья, посмотрите, вот. Поменьше веточки ивы, разные попробовали. Большие ветки, маленькие ветки, любые вообще. Сначала воду ставите, буквально там неделька. Корни начинают идти и заталкиваете в землю. В любую землю, в любой горшок. Ну и водички сюда вон я подливаю, чтобы здесь влажность всегда была. Еще бутылочку так с водой поставил. Так что у нас будет очень много деревьев. Вот это каждое будущее дерево. Создаем кислород. Не мечтаем о кислороде, а создаем его. Я тут решил, что, ну, если мало людей, кто хочет что-то сажать, а это уже стает не настолько модно, я буду этим заниматься. Насколько это возможно, буду создавать экосистему для человечества. Мне это очень нравится. Делаю, потому что мне нравится. Не потому что там кому-то что-то там доказывать. Просто мне нравятся растения, деревья, находиться в экосистеме вот природы. Это самое кайфовое, что есть в жизни. Соответственно, я буду увеличивать здесь, где я нахожусь, по своей местности, больше всяких разных растений. Все. И потом здесь будет все цвести и пахнуть. Будет красота. Такой красивый снег идет. Хлопья.
хлопушки летят наверх. Так вот открываете двери и почти как будто гуляешь. Да? Ощущение прогулки. Да. Это ленивая прогулка называется. И вот это красота частного дома. Можно вот так вот открыть. Вроде ты в тепле, а вроде и кислородом дышишь. Это красота частного дома и панорамных окон. Да. Не так сильно холодно и одеваться не надо. Просто когда в ламы там ходить на улице. Так чисто вышел, так стоял, в принципе, на улице. Ну, из дома тепло выходит, и ты хорошо себя чувствуешь. И при этом вроде как гуляешь. На улице находишься. Что, снег так красиво идет. Сейчас начнется, наверное, снегопад. Опять все снегом завалит. Вчера очень много снега было. Вчера и сегодня таял. И сейчас, наверное, опять. Потому что вон облака все снежные. Небо затянуто прям снегом. Можно даже выйти чуть-чуть прогуляться вот так. Самая ленивая прогулка. Такой воздух вкусный. Кто-то там еще шашлычки жарит, что ли? Запах шашлыка с холодным воздухом и снегом. Ну, надо тоже шашлык сделать. У нас, да, вон тендер там. Надо шашлычки сделать. Ну. Зашли с Олей тут, карту забрали. Первый раз вот Олю в Сбере открываем. И вот такую вот карточку заказали. Ну. Сюрприз. Оля здесь даже вон брошка, видите, какая? Вот так вот. У меня только такая.